Всех приветствую на своем канале. Сегодня на обзоре цилиндровый механизм фирмы Allure. Вот, собственно, ключи от этого цилиндрового механизма. Как по нарезке ключа видно, здесь 6 таких пластин. Здесь нет пинов, а идут такой он в виде рамочного замка. То есть вместо пинов там находятся такие пластины, в общем. Разбирать этот замок не буду, там, если кому интересно, можете в интернете вбить, что такое как замок с рамочным механизмом. Я думаю, в интернете выдаст эту информацию, и вы сами увидите, что это за замок. Такие еще замки рамочные устанавливают на автомобиле, то есть дверной механизм, вот этот запирающий, и как его, замок зажигания тоже. Я в автомобильных замках не особо разбираюсь, ну, как видите, на моем канале практически нет таких видео. Вот, ну, я думаю, в дальнейшем разнообразие будет в плане автомобильных. Ну, если будет, где мне достать, в общем. Вот, так как они не дешевые замки, поэтому, может быть, трудности в этом из-за этого. Ну, в общем-то, давайте перейдем к вскрытию этого замка. Вы увидите уязвимость его и время вскрытия. Я удивлен, что такие замки устанавливают на входные двери. Ну, на мой взгляд, это, ну, лучше заменить, в общем, такой замок. Итак, друзья, сейчас я покажу вам, как вскрыть этот замочек легко и просто и быстро, буквально вот таким инструментом, как такой вот натяжок, да. В принципе, ничего хитрого в нем нет. Вот. Установил, да, и вот такой вот щуп самодельный. В прошлых видео вы видели его, кто подписан на мой канал. И теперь давайте откроем. Вот, друзья, замочек был вскрыт. Вот и все. И теперь давайте я покажу, что замочек в рабочем состоянии и прекрасно крутится и работает. Вот, если же ключ чуть вытащить, то уже ничего не работает. В общем, друзья, у кого такие замки стоят на дверях, на входных, квартирных, там, жилых, в общем-то, дверях, рекомендую все-таки его заменить. Кому понравился видеоролик, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми. Всем пока!